Здоров, если тебе YouTube плохо присылает оповещения, ну или ты хочешь следить за каждым моим вздохом или чихом в интернете, то подпишись на рассылку в Телеграме, чтобы тебе все обо всем вовремя приходило. Ну и на основной Телеграм-канал подпишись, если не сложно. Также, если я вам нравлюсь как автор, то можете посетить мой Бусти. Подписка за спасибо, вы меня материально поддержите. А подпиской первосмотрящей вы сможете смотреть мои ролики одними из первых. Еще даже за неделю до того, как я выложу видео в открытый доступ. Вот и все. Приятного просмотра. Всех друзей приветствую. Итак, в этом фрагменте я покажу на примере Джесси, как мне не нравится функция премьеры на Ютубе. И да, в этот раз никакого эха не будет, так что все нормально. Со звуком все в порядке. Приятного просмотра. Снова. О, ну наконец-то у этого блогера новое видео вышло. Надо глянуть, что там. Да, это в принципе ожидаемо. Ну ничего, подожду. Это самые долгие 2 минуты в моей жизни. Мне проще что-нибудь другое на Ютубе посмотреть. О, тут еще какое-то новое видео. А, блин, это тоже премьера. Ну ладно, здесь хотя бы таймер заканчивается. Всем привет. Ну а спонсор этого как видео... Как это перемотать? Как это перемотать? Эти премьеры порой бывают так не к месту, особенно когда в таких видео присутствует реклама и прочая другая вода. Что ж, так и живем. Я даже что-то немного приуныл. Зачем это YouTube вообще добавил? Алло? Привет, я тут видео загружаю. Ты придешь на премьеру? По тебе дурка плачет, бля. Ну, продолжу листать YouTube. Может, мне удастся наткнуться на нормальное видео. О, вот это, например. Да ёп... Ой. Элли, Элли, вставай, иди за мной, я тебе кое-что покажу. С ума сошла? Сейчас 5 утра, куда ты зовешь меня идти? Вставай, говорю, идем. Отстань, дай поспать. Да вставай ты, заеб... Надеюсь, у тебя есть объяснение, на кой хер ты меня подняла в 5 утра, так еще и в воскресенье. Я хочу тебе кое-что показать, пошли за мной. Я никуда с тобой не пойду, все, я обратно спать. Тогда я тебя просто телепортирую. Что? Стой! У меня есть один логичный вопрос. Зачем? Чтобы знал. Ну и нафига мне эти знания? Для всеобщего развития. Ну и что ты тут хотела мне показать? Это место и есть оно. Это же локация с портал, верно? Я выучила заклинание, которое позволяет телепортироваться в игры. Круто, да? И ради этого ты меня так охотно будила. Ты не удивлен, да? Как будто я в Портал не играл. Конечно, я не удивлен. Я все это уже видел по 100 раз. И да, кстати, тебе пора в коробку. Стоп, что? Вот и оставайся здесь. А я пошел дальше спать. Так, секунду. А как я без Алины выберусь отсюда? Ой. Ну и что теперь тебе? Да ладно тебе, я просто пошутил. Давай телепортируемся обратно домой. Да пошел ты нахуй. С добрым утром, блин. Ребят. Элли, ты в порядке? Ты что творишь, придурок? Что я? Ты вообще себя видел? Башка болит. Что вообще произошло? Как я здесь оказался?
Ну, ты, видимо, снова перепил, взял нож и стал буянить. Мы испугались и взяли пистолет. Вот, конец всей истории. Это было пизд... Все, с меня хватит. Мало того, что ты улегся и уснул в моей комнате, так еще и в алкогольном опьянении ты нас доведешь до смерти. Причем буквально. Погоди, это что у тебя? У тебя еще осталось? А ну бросай эту сосалку быстро. Мне какой-то малый еще смеет что-то указывать? Эй! Да, смею. И тебе без этого самому будет лучше.